Обильный снегопад создал проблемы на трассах. На трассе Самара-Шымкент лед и снег. Казавтожол разводит руками, нет техники. Выпавший снег уже заледенел, поэтому сейчас ездить по автотрассе Самара-Шымкент опасно для автомобилей. Специалистами Национального центра качества дорожных активов выявлено, что на трассе не разбросаны даже элементарный песок и соль против гололеда. О специальных реагентах и говорить не приходится. Руководству Казавтожола отправлено специальное письмо, дано предписание о ликвидации упущения. Представитель ответственного учреждения отмечает, что нет необходимой техники. С отметки 1912 километров до границы Туркестанской области дорога закрыта из-за неблагоприятной погоды. Отправили 2 единицы техники. Ночью завершена очистка трассы от снега и льда. Техники не хватает, все устаревшие, часто ломается.